Всем привет! Сегодня мы будем распаковывать два письма, которые мне пришли. В одном должны быть наклейки и карточки Angry Birds, в другом просто наклейки по Звездным войнам. Ну, давайте начнем с этого письма. Да, обменялся я с двумя городами разными. Должны быть... Ух ты, посмотрите, первые запакованы в пакетик какого-то журнала реклама. А другое пакетик карточки футбольные. Давайте. Оп. Первая наклеечка по футболу 2010. Это Лего Ниндзяго. Як. Менялся, соответственно, на такие же самые наклейки, только других номеров, которые человеку не хватало. Сейчас давайте попробуем распаковать этот пакет. Оп. С канцелярским ножиком. Опа! Отлично. Так, фишки Angry Birds. Номер 55, номер 30, номер 63, 29, 22, миньончики, номер 28, 18, 33 и металлическая, 89-я, последняя металлическая, которая не хватает в коллекции. Вот так вот. Значит, в другом пакетике у нас должны находиться Звездные войны наклейки. Еще в пути много других пакетиков, наклеек, так что все еще впереди. Оп, человек запаковал. Оп. Сейчас продажи этих журналов с наклейками нету, так что приходится. Поздно начал собирать, но лучше поздно, чем никогда. Так же само. Оп, сейчас. Хо-хо-хо, можно даже не раскрывать. Оп, это Звездные войны. Так, первые. Это Т-шечки, Т-31, Т-27, Т-20, Т-10, Т-3, 176. Это по цвету можно определить, к какой части относятся Звездные войны. Было выпущено два пакетика, часть первая и часть вторая. Часть первая была без спойлерных моментов первого фильма, вторая часть уже со спойлерными частью второго фильма. В первом пакетике было 5 наклеек, во втором 6. Добавлены были наклейки прозрачного типа такого ПВХ-шки с текстом, который спойлерят фильм. Также он принцесса Лея. Это, вот видите, тут красный ободок. Это означает то, что пакетик со второй части, то есть наклеечка. Оп. Оп. Корабль. Люк Скайуокер, собственной персоной. Красивая наклейка, холографическая. Корабль. И BB-8. Все, спасибо за внимание, увидимся в приклейке.